Ленинградской области Виталий Николаевич Ковалев. Еще раз всем добрый день. Действительно, сегодня такой замечательный праздник. Пусть эта сцена даст новые впечатления. Пусть даст какие-то формы нового творчества. Пусть они будут профессиональны. Пусть они всегда возвращаются в этот дом, именно дом культуры. Позвольте еще раз вас поздравить с праздником и пожелать вам всяческих благ, чтобы именно вот этот дом культуры и был домом культуры. Я организована хорошо, все очень. Ну, мы тут немножко свои коррективы внесли в организацию. Но главное, что мы приехали. И принесли сюда свою красоту. What?
на прилавке матрешечки стоят, удивляется, влетает затейливый наряд. Сарафаны расписные, чуть-чуть зойкою горят. Мужчины растеряют живые, живут в улыбке всем подряд. Спинками друг друга проходят в нож и спит. Марина, Вера, Ксюша, Дуняша, Катя. Вот такой вкусный, знаете, как будто кто-то из узбеков готовил много моркови.